Всем привет! С вами канал Art Mania. И приезжаем мы к Елабуге. У нас там будет экскурсия на несколько часов. Я буду все снимать. Вот сейчас у нас обед. У нас сейчас 11:30, и у нас обед. Вот так, потому что у нас сегодня две. Где мои пальцы? Вот они, мои пальцы. Две экскурсии. Вот. И мы уже подъезжаем. Сейчас я пойду на обед. И сразу же забегаю сюда, беру вещи вместе с Женькой, и мы идем на экскурсию. Короче, уже скоро, а то мы уже на землю не ступала я с позавчера. Уже хочется по земле походить. Устаешь немножко постоянно быть в реке. Вот. Куда побежал? Откуда у нас такие гости? Из Самары. Самара? Маркиза и Сабаба. Вот, которая побольше, это маркиза. Да. Они у нас воспитанницы. Нет, это много, скажите нам. Не укусят? Нет, не укусят. Просто вы давайте правильно. Да? Только так. Так. Окей, okay, там у нас верблюды. Верблюд. Просто надо Да, надо на ручке. Вот видите, как они берут? Вот он, мама сейчас покормит. Мама сейчас покормит идет. Смотрите, как они полосочки на нашу белье. Да, за бабушка у нас. Они две баламутки, конечно же. Краски, смотри, месяц назад они у меня убежали. Одна в одну сторону, другая в другую. По двум разным деревням искала их две недели. Ой, две недели, два дня. Нашлись. Теперь не хотят уходить, даже вот отсюда выходить не хотят. Они говорят, не-не-не, мы как-то дома. И петух, и курочка. Курочка у меня вторая сейчас сидит. Вот это женщина не очень хорошо одетая. Это любимая жена. Поэтому, да, это самый, один из самых крупных неброверных видов, называется Михеленская кукушка, куплена в городе Самара. Вот, и они у нас, они 6 килограмм у них это. А это гордость российской селекции, русской селекции, называется Павловская золотая русская курочка. Вот. Да, павлины белые, павлины индийские. А тут его много Пришло мне из Канады. Называется голландские белокуклы. Парни плохо себя кто ведет,
доминирующий самец идет с шевелюрой. Все у него хорошо. Серебряно окаймленный. То есть, видите, он золотой, ага. В серебряной кайме. Вот, и девочек точно так же. Ах ты, какая умница! Сам не клюет, девкам все отдает. Отдает, да, у петухов у нормальных. Кстати, ну, вот такой этот инстинкт очень сильно радует. Да, сам настоящий хозяин. Нет, у них там все хорошо. Они точно не хотят. А в гостинице все равно ходит. Ну, они просто знают, что ему... А этим мы сейчас дойдем. Мы еще дойдем. Какие же курицы, их прически такие вот. Да, видела, сняла. Вот как у него хвост кверху. Дрын-дрын-дрын-дрын такие. Девочки красивые, девочки серенькие. Все как обычно. Да. Вон, смотри, какой красивый там. Смотри, прячется там. А это банан-охотник. Вот он, зеленый. Прячется это все. Проходите, ребята. Вот у нас тут мастер-класс, как бы мы кукутравницу делаем. А здесь у нас музей небольшой. Мы стали сейчас дома закупает молодежь, а старые дома, в общем-то, когда заходим, очень много интересных вещей находим. Ну вот, как бы в деревне нашей мы стали и костюмы собирать, и ткацкий станок. Я вас приглашаю сюда чай попить, отдохните немножечко. Вот. Ткацкий станок какой есть. Ну, начали собирать такой музей. Здесь у нас, когда приезжают ребята, вот, выпускные были, ребятня вообще любит на этом корабле у нас и за штурвалом постоять, и полазить здесь, на качелях, кто хочет, покатайтесь. Для цветов, что ли? Пойдемте. Ну, пойдем, зайдем, посмотрим. А, это на руке. Ну, блин, а я блин-то съем. Проходи. Не хочет. Нет, да не бойся. Чай с блинами сейчас попьем. Вы представляете, любят у нас. Сидят, осторожно. Проходите, садитесь, блинчики. И никак мы их вот нет. А не хозяева. Музик, не наклей, пожалуйста. Музыка, глаза прищурила, одна партия ушла. Вот так у нас. Так, это, ребята, у нас мохито, холодный напиток. Пожалуйста, салфетки не взяла. Салфетки? Я тут вылезу. Давайте. Я тут вылезу.
вроде обедали, обедали, но как на блины напал. Да ты блинов просто давно не ел. Собирай, а потом мы ее туда оденем. Угу, понял. Но прежде чем ее туда одеть, мы травку. Травки. Еще понюхай. Душится. Все это дома должно быть. Это все хорошее. Валерьянка здесь. Она бесплатная, да? Душится. Да, конечно, идемте. Ну, и Женька тут хрюкает. А, еще тут закрыто. Открывай. Надо, чтобы не убежали никто. Ух ты. Спасибо. Идите, знакомьтесь. Кормите. Здравствуйте. Просто так можно погладить, покормить. Вот здесь вот у нас есть сухарики. Нет, она спокойная. Зовут ее Эльза. Сухарики берем, угощаем. Какая шоколадка стоит хорошая. Хорошая. На открытой ладошке, да, аккуратненько подаем. Лошадку зовут Барс. Он бывший спортсмен, да. Молодец, Барс. А сколько ему лет? Ему 16 лет. Они живут долго, да? Ну, они до 25, да. То есть, ну, спортивную карьеру он закончил, но продолжает работать. Катать людей, детишек. Закормить можно, гладить. Давай, мама. Девочка, когда родилась, мама ее. Эльза, стой. Стой. Эльзочка. На, кому хорошая. Ой, такие губки-то у тебя мягонькие. Когда она родилась, мама ее умерла. Ее вырастили люди, то есть для нее люди это как бы ее семья. Она очень любит людей, то есть она достаточно ласковое животное. Вообще жила в доме с людьми до определенного возраста. Выкармливалась козьим молочком, поэтому мы очень добрые. Сколько ей лет? Погладить. Ей год был в апреле. А вот? А сколько они живут? Она молодая, она еще будет расти и расти. Сколько они живут? Так, ну примерно как лошади, наверное, где-то около 30. Более ощутимые. Вот такая большая. Да, нет, одна, нет, она просто молодая. Нет, он, ну, скажем так, у нее... Нет, она попила мало, наверное. Поднялся. Они же от воды же, да, они поднимаются? От воды. Ну, это от хорошей питанности. То есть, когда она хорошо будет кушать, повзрослеет немножко. Первый год уже в Сталуне, второй год должен тоже. Сейчас на травке она хорошо покушает. Там в горбе запахнет. Да, она видит пакет с сухарями и подбирается, да, подбирается к нему с разных сторон. Она ест тоже? Она ест, да, тоже. Да. Доставайте сухарики, да, и это... А морковку она ест? Ест, 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 все она ест. Морковку надо дать. Ой, Барс, тебя уже покормили. Она не плюется? Нет, по-моему. Она когда только сердится. Что, она не плюется, она фыркает. Смотри, какие реснички у нее красивые. Давай, пошли. Руку вот так. Нет, зачем намаяли? Ты сама. Вот так вот сделай. С ладошечки дай. Вот и все. У нее язык там длинный. У нее губки большие. Губки большие. Хрум-хрум-хрум. Видишь, как? О, какая молодец ты. Молодец. Ой, так мягенький, прям как мама тебя ручками, да, вот так трогает. А вы знаете, где верблюду находится пятая нога? Пятая? Да. Наверху. Не знали? Нет, где? Все ищем пятую ногу. Все ищем дружно пятую ногу. Наверху. Нет. Предлагаются варианты. Хвостик. Стоп. Нет. Прямо настоящая мозолька. Прямо вот они же мозоли ноги называются. То есть прям как мозолька, такая нога у ней. Она видна? Ну, если присмотреться, то можно. Да. Нет.
Ну, тогда, не знаем, пятая точка только бывает еще попа. Вот здесь можно подойти и вот так потрогать вот тут в этом месте. Вот здесь потрогать. Вот здесь пятая ножка у ней. Она ложится на нее. То есть они не просто на животе лежат, они лежат на пятой ноге. Очень твердая такая прям мозоль. Нифига себе, какие хитрые вы...